Привет, ребята! Открою вам секрет. Поехал на канал купаться. Открываю купальный сезон. Сегодня 9 июня вечером. Только что смотрел по телевизору выступление, там отрывки выступления этого премьер-министра, да, вроде бы, Польши. Врать не буду, как его зовут, даже не загружаюсь. Я, конечно, боюсь, на, цитирую вот этого поляка. Конечно, я боюсь этого. Россию мы увидели сейчас, Россию в ее имперском, обличии, такую Россию, которую мы не видели уже многие десятки лет, и теперь мы такую Россию увидели. Это да, это будем лить. Это военная империя. Да, тут дяденька хотел мне помочь рассказать, но он явно по-русски не разговаривает. Я не понял, что он хотел сказать. Короче, это военная империя, которая поднимает голову. И я, безусловно, боюсь вторжения России, как она в 2008 году вторглась в Грузию. Напомню, что сначала грузины атаковали наших миротворцев. Многих ребят там убили тогда, и куда они там вторгались. А мы не пошли в Тбилиси, хотя могли этот Тбилиси взять в течение суток. И теперь этот поляк боится, что мы сначала вторгнемся в прибалтийские страны. Потом не исключено, что и в Варшаву войдем. Поэтому, говорит, нужно сделать так, чтобы Россия обломала свои империалистические зубы. Падла опять кусается. В Украине. На Украине. И мы для этого должны сделать все. Все, что можно, мы должны сделать. Ну как вы можете победить Россию, долбоящера, если вы нас не видите вообще? Вы не видите Россию, вы ее не воспринимаете, вы ее не принимаете. Вот эту огромную мать Россию, которая в том числе отстраивала и Польшу, и Польша была многие сотни лет в составе Российской империи. Вы не воспринимаете, вы только боитесь. Но если вы боитесь кого-то, тот к вам и приходит, безусловно. Еще он там добавил, что нужно все вернуть Украине, все ее территории, блин, включая в Крым, конечно. Международно принятые территории, блин. Да нет, дружок, будет решать победитель, как и что дальше будет. А не то, что у вас америкосы уже приватизировали Украину, блин, практически, блин. Оружие американское, язык английский, теряю, блин, делового общения, блин. Все полностью, блин. Англосаксонская, блин, земли, кафе, рестораны, блин, в Одессе был, все это видел, блин, очень давно был. Все уже скупили, все, что можно, блин. Ползучая колониальная политика США и Великобритании, блин. Вот такая беседа, блин, сегодня получилась. В общем, довольно так смотреть на это все. Ну, интересно, с одной стороны. Сейчас на ускорение 5 километров. И там искупаюсь. Все, ребята, всем салют. С вами был Дед Шурави. Удачи.